Сейчас на русском. Я много побежал в лесу. Мне очень нравится здесь. Это река, это все, это природа, это офигенный, замечательно. Это вау. Это посмотри налево, направо. Справа река, много деревьев, деревья, вот много деревьев. Я бежу, я начал 4 километра я начал побежать, побегал в лесу, в этом лесу. Я люблю это здесь, мне нравится природа. Ва, это красиво. Очень здорово. Здорово. Сейчас я склоняю наверх, немножко наверх. Я бежу наверх. Вот. Смотрите, такие деревья. Это очень хороший в этом лесу. Мне очень нравится в этом лесу. Обычно я бежу с дома до этого леса, но я съездил с машины, поэтому я паковался возле него, и я паковался у парка, поэтому я хочу восстановить, я хочу выходить, дышать, это хорошая погода, это не совсем теплый. Ну, немножко влажность, ну, особенно погода для осени. Начало с осени 4 дня назад отметил и видел лесо на полу, на земле. Вот видишь, это очень красиво, так в Мичигане выглядит все очень хорошо. Я гордюсь, я живу в Мичигане. Очень добрый. Очень мне нравится. Это просто живопись. Так я бежу. Вот это так. Маленькая дорожка. Торопка. Как сказать? Это второй путь. Можно это так побежать направо. Это сокращение дистанции построения. Но я бежу дальше. Вот. И дышу хороший воздух. Впечатление. Добивается на мое строение. Я очень рад. Я могу все сделать. Я очень умный. Я рад за себя. Я рад за моей новой семье. Новую собаку. Да, у нас есть новая собака. Вот. Это достопримечательность тут. Так, 3 километра от дома. Неплохо. Это брависсимо. Белиссимо. Итальянский. Я начал изучать немножко итальянского и польского. Потому что мне не интересуется.
многих языках. Я сделал по-немецки то же самое. Раньше я снимал видео на по-немецки, когда я бегал в лесу. В лес. Вот. Это очень хорошо здесь. Бегутся. Да. Я сделал много видео. Видео душ таки. Много ролик. Я это не сделал, но давно. Я мечтаю, что я могу хорошо говорить на русском, но говорить на по-немецки тоже. И тоже по-английски, и на арабски. Вот. Я очень горжусь тобой, что я знаю. Это сделать моя действительно мама нервничает, когда я хочу просто по-русски с братом по-русски. Вот, как надо учить тебя говорить. Надо говорить. Без английского, конечно. Как это работает. Вот. Худой человек. Моя не нравится ему, не нравится мне. Вот, это природа. Это вот такой пруду. Вот такая офигенная. Самый. Очень здорово здесь. Очень хорошо. Солнце снизу немножко. Это очень здорово здесь, в парке, в Спрингфилде. Вот. Все, друзья, я делаю упражнения с зарядками. Я сделал спорт с зарядками, чтобы я могу концентрироваться. Вот. Вот все, люди, так, как выглядит. Очень здорово здесь на улице. Вот такое. Пока.